Всем хай, с вами Райвин. Что ж, продолжим выживание Ark Survival Evolved и вот так, я начал строить уже тег-базочку. Один раз уже что-то там придумавший пристроил, построил, у меня какого-то хера не слепилась крыша, я все снял херам собачьим. Сейчас строим все заново. Вот такие будет два яруса, тут у меня будет тег-репликутер, хуютер, наверное, даже сзади. Вот тут себе комнатушку сделаю, не знаю еще, что там будет. Тут его ступенечки, тут его будет наш кухня где-то. Тут во всякие модовские столы, построечки. А здесь так, прихожка. Что-нибудь придумаем. Что тут будет? Не знаю. В общем, как-то вот так у нас сейчас все выходит. Сейчас иду, выкидываю, короче, все эти строительные материалы обратно. В этот теприкликутер. Кидаем, кидаем. Так, этого нам не дать. Да, все как бы. Вот так вот. Все. Телепортик обратно здесь. Винтовочка обратно здесь. А что тут у меня было? Я не помню, что тут у меня было. А, и тут был топорчик. Топорчик был. Надо взять патрончики. Я вот переоделся вот этот тековский костюмчик. Ну да, как-то он красивее выглядит. Хотя бонусов он никаких там не дает. И вот он немножко плачевно, но все же он круто выглядит. И еще что я сегодня сделал. Я сегодня целый день, целый чертовый день, свой выходной любимый день. Ой, я спаривал гигушек. И как вы думаете, что у меня получилось? Это можно посмотреть вот по этому чертовому списку. Сколько у меня умерло сегодня гиг. Очень много, очень много, очень безумно, очень много. И у меня статистики просто бешеные. Это без привязки специально выращенная гига. Она рождается 2 миллиона 400 хп и урон 1318. Это топчик на нашем сервере, который тут есть. Вот недавно, кстати, еще убивал. И хочу вырастить у последнего яичка. Вот с этих вот двух под мутатором сделал. Все будет сладко. И пойду на нем уже воевать. Также мы эволюционировали нашего Рекса. Не помню, Рекс вроде был, да. Вот на эту вот гигушку. Она орет, как обычная гигочка. Прайм считается гигочка, только вот красная. И еще буквально денек хороший. Ну, пока я буду на работе. Думаю, это все скрафтится, наши эти вот яички. И мы будем иметь, походу, уже последнюю стадию эволюции вот этой вот штуки. Кстати, что там надо на эволюцию? Все то же самое. Да, все то же самое. Значит, тогда не последнюю. Ну, в общем, будем иметь. А больше я как бы ничего такого и не сделал. Вот так вот. Только фармил, 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 фармил. И, честно говоря, признаюсь, не знаю, что вам снять сегодня. Нам есть несколько боссов на убийство. Ну, можно там ванильных каких-нибудь поубивать. Но я хочу в первую очередь убить босса... Так, только сейчас ошибку не сделать, как в прошлый раз, долбоебый кусок. Вот. Так, тут гордовый, вот этот вот нам надо. Я просто посмотрю ресурсы, больше не буду вызывать ничего на базе. Это больно. Больно было. Так, ставим его где-нибудь вот тут вот. Нам надо, я хочу вот тут вот. И надзирателя. Я хочу призвать альфа надзирателя гордового. У нас, в принципе, все есть, кроме... А, рипер гландов есть у нас 7 штук? Я не помню уже. Бля, хочу не будет. 5 штук, ёптить, надо будет набить. Остальное у нас как бы должно быть. Ванильные боссы, да? Надзиратель. Да, Васи есть. Все есть, все есть. Артефакты, это не проблема. Чешуя Васи тоже есть. И самая большая проблема — это яд безымянного. Так что я сейчас пойду добью яд безымянного. У меня 13 штук. Я чутка уже набрал. Тут, кстати, смотрите, какая штука. Она крафтит все и вся, все ресурсы. И вот такие вот все ресурсы. И просто с ничего кладешь один бензинчик. И все. И оно работает. Оно работает. Кстати, бензинчик какой она делает? Простой? Или, да, простой, походу, не интерлновский. Это жалко. Так, паста у нас есть. Утва готовится, просто все готовим. Так как это, эти постройки много жрет все же.
Хотя элементов у нас есть, это не проблема. Но это все много жрет. Так что пойду я, доформлю яд Безымянного, вызову эту штуку. Так, это есть, это и вот эти штуки все есть. У нас артефакт один нужен, но это тоже не проблема, я еще раз говорю. Чешуи есть, феромонов, и в общем, надо вызвать этих. Как оно? 7 яда Безымянного. Так что я его нафармлю и обязательно к вам вернусь. Итак, ребята, вернулся я уже все там распределил. Все собрал, все есть. Берем яичко сейчас, вылупляем эту гигочку. И сладенько пойдем это все убивать. И я не знаю, как это нам получится, но я думаю, это будет все изи-бризи. Ну, я так думаю. А как там будет на самом деле, я не знаю. Фух. Ну, давайте. И вообще, надеюсь, что эта штука призовется. Так, 261 уровень. Мордочка серебряная. Все как положено. Все то же самое, да? 24. Все как бы есть. Так, это... Блядь, не себе привязку делает, дебил. О, все. У нас гигушка топчик. Так, поведение. Отключить блуждание обязательно. А то потом ее фиг поймаешь, как обычно. Так, надеюсь, лишка. Фух, сейчас берем это все. Сейчас. Подходим к этому. Блять. Обязательно сейчас так, да? Ванилаут. Надзиратель на Гордового. Опа. Универсальный артефакт не хватает. Ты издеваешься, да? А ты сейчас за мной следуешь-то, а? Давай крафти мне артефакт. О. Ты тварь, а? Ладно, делаем вот так. Вон на двоих и оп. Скрафтили. Успели. Успели скрафтить. Да куда ты все застреваешь, придурок? Так. Ванила босс, надзиратель. Забираем все. Забираем все в себе карман. Не крафтим, как в прошлый раз. Эй, я все же он два этих артефакта скрафтил, получается, да? Че я сюда залезаю-то все постоянно? Давай вот так вот сделаем. И вот так вот этот артефакт возьмем вместо того. И возьмем вот этот охотника сейчас. Тык, подобрать. Все, все, мы готовы. Надеюсь, он сильно пиндерить не будет. Гибушка у нас не прокачана. Хилки есть, все есть. Так. Фух. О, 78 тысяч бьет. 80. Тут разница, конечно, непонятно, почему так сильно. Одну я хочу в КПшку уровень, а остальных 110 мы качнем, конечно же, в урон. Это будет классно, прекрасно. О, орбитальный дроп летит. Пошли. Пошли. Идем быстрей. Как же классно. Вот такой выращенный красавец. Красавицы. Сколько я их сегодня повылуплял, сколько поубивал. Просто немысленное количество. Но это было очень много. Тик. Интересненько. Так, здесь у нас суммонер есть. Ток. Орбитальный дроп на воздухе висит, короче. Урон в ближнем бою. Оп, еще. Все в урончик. 20 уровней уже в урончике. Вот на скорпиончике сейчас проверим. Нем! 144 тысячи. Но она, по идее, я думаю, будет бить больше 400 тысяч. Это уже очень вкусно. Так, перекидываем все сюда. Так, ванильный босс, надзиратель. И альфа, гордовый. Остальное забираем. Фух, надеюсь, не будет так, как с боссами другими, например, интерно, вот этими типа титанами. Надеюсь, все будет хорошо. И, кстати, я хочу убить титана. Именно на этой карте собрать все головы, все такое. Там надо будет несколько раз убить ледяных и так далее. Но я думаю, я справлюсь с этим, то думаю, будет все хорошо. А сейчас
просто давайте посмотрим на надзирателя. Это, по идее, должно быть вознесение Исланда, сколько я знаю. Да, вот он. Я могу тебе дамажить? Нет. Он появился. Как босс. Миньонов он вызывает? Нет. Конечно, он никого не вызывает. Какого фига он ни хера не вызывает? Ладно, я уровень приключаю. Ты не вынёшь же меня с одного шота? Щиток выруби. Я тебя хочу погладить. Своим левым зубком. Как тебе такое? Давай, вылезай. О, щиток вырубил. Это все? И это все? Или он пропал так? Ну, по идее, два укуса. Бля, ну серьезно? Кстати, вы могли заметить, ледяной титан, как я и предполагал, утром пришел, его уже не было. Эх, жалко, конечно. Блин, ну это жалко, это как я попробовал и сильно разочарован. Безумно сильно. Как бы. Ой, убил. Ладно. Пойду кого-нибудь полечу, притомлю. Например, Титана. Кстати, да, Титан. О, прикольная штука. Пойдем-ка притомим Титана. Кстати, мне тут забор вынес. Пока я покашлял, пришел какой-то Альфа-Рекс. И вынес мне, блядь, забор. Представляете? Забор вынес. Надо все делать стека. Стека! Никто, блядь, меня не продамажит. Ладно. А, берем сразу, наверное, ядовитую эту штучку нашу. Кокосики у меня есть? Нихуя у меня нету, конечно же. Конечно же, у меня нихера нету. Берем альфа кибу. Не альфа, даже прайм. Тут у нас есть прайма. Берем серп. Серп берем. Где наш серп? Он был где-то вот тут. Хватаем в руки серп. Кстати, вот его сюда и надо положить, чтобы было бы чем фармить кокосик. Кстати, этот серп фармит все с волок с этого, с травы. И просто в безумных количествах. Сейчас вот присядем, я знаю, где я хочу попробовать это все. Сейчас. Быстренько летаем немножко. Подвесончики такие мини. Вот, вот эта вот трава, я думаю, очень сгодится. Тут ее очень много. Серпом пройдемся немножко. Так, вот так, вот так, вот так. Все, мне кажется, хватит мне этих кокосиков и всего остального. Она, кстати, даже фармит цементную пасту. У меня же не было в кармане ничего такого. То вот, цементной пасты уже 100 штук. 100 штук, ёпрасте. Так, это выкидываем. Цветки, вот грибки всякие фармит. Это очень сказка. Даже дрова фармит, представляете? Так, а где кокосики? Вон, 400 штук кокосиков. Я видел пару титанов где-то тут неподалеку. Давайте пойдем просто их поищем. Кстати, рассказывайте, как у вас дела? Фух. О, вот и титаны, кстати. Блин, тут 150 уровень, слушайте. Как мне его томить? Вот там вот те аллозавры, то очень мне не нравится. Я надеюсь, он тамится просто этим кокосиками, а не седлом. Не дай бог, эта костяная хрень ко мне приведет. Чё тебе надо, блядь? Съебитесь от меня все. Я хочу титана потомить. Вот обязательно тебе надо было сюда, да, прийти? Тварь ты голимая. Как всегда мешаешь. Оп, еще одна что ли? Нет, то же самое мне показалось. Уйди, блядь, от меня, тварь. Вот что самое противное, ее даже не уцепишь. Так, сколько у него уже торпора? Почти уснул, слушайте.
Вот что значит выращенная в биво. Просто раз, два и все. Так, я думаю, этого ему хватит. А может и нет, он что-то не хочет. Так, слушай, Виверна, ебись конями отсюда. Доктор Пор у него что-то не поднимается, мне кажется, не поднимается. Поднимается все. Все, он должен упасть сейчас. Сложиться. Все, он без сознания. Отводим эту тварь как можно подальше куда-нибудь. Лети за мной, тварюга. Ой, она мне пол хп оставила. Я же улечу от тебя, ты знаешь. Я как махну, блять, другой. Это в стороне карты будет. Он только зацени, как я быстренько от тебя съябываюсь. Вот я был, вот меня нет, я на кого-то сагрилась, да? Не знаю на кого. Но точно не на меня, надеюсь. Да, она просто тупо отагрилась. Блин, воды хочу попить. Надо обратно тот сет надевать. А то это опасно. Так, что ты жрешь? Титанчик. Расскажи нам. Блять. Расскажи нам, что ты жрешь. И посмотреть. Это жрешь? А это жрешь? Положить еду для приручения. Точно еду. Может ему это седло реально надо? Да нет, вот он тамится, тамится. И он походу тамится на прайм кибле. Я угадал? Нет, я не угадал. Он тамится на кокосиках. Все. Управлять мы им не можем. А в эту крепот можем его запихнуть? Я хочу около дома его проценить. Да, походу можем. Долго там тыкаем у него. Паучиха, уйди. Это не я. Меня здесь нет. Фух. Нифига себе, две спектральные паучихи за мной идет. Тихо, что за него? Титана в седло, походу, пойдет. Я даже не знаю. Или может какое-нибудь другое пойдет. Не обязательно, может титана. Все же модовский титан. Может быть там всякое. Интересно, конечно, все это. Но мы сейчас это все прочувствуем. Да блять, садись. Тихо. Припарковаться надо? Обязательно. Так, выброшу я его, конечно, за воротами, а то он тут, ох, какой огромный. Так, вон туда иди. Погуляй. Тихо. Седло. Седло. Что у тебя с седлом? Что тебе за седло можно напялить? Я сейчас попробую, блять, везде тыкаюсь, надо убрать это все. Меня уже заебывает это все. Тихо. Берем, наверное, вот, давайте... Альфа Гиги седло напялим. Виверна, есть у меня седло? Виверна, у меня есть седло. Хотя я сомневаюсь. Ну, блин. Тик. И ничего не могу. Так, извиняюсь, пришлось отходить. Пошли. Так, нам надо седло на Титана, да? Седло на Титана. Он там вроде на сотом уровне будет. Сколько я помню. Конечно же, должен быть на сотом. Это же самая последняя штука. Вот на сотом уровне. И крафтится тут. Седло на Титана. Давай. Ай, у меня тут все ресы есть уже. Ресы есть. Все есть. Элементы, смотрите, сколько дохуя. Да, ой, элемент. Это все настройку базы. Кстати, они очень легко мне, довольно, даже сегодня очень много набрал элемента. Просто тупо из-за гиг. Я их типа выращивал без привязки, дал, чтобы они выросли, и убивал, эти резины собирал. С одной по 200 элемента это, да, простое седло титана. Вау. Вот такой он огромный. Ой, медленный какой-то и громкий пиздюк. Ой, давай, иди.
Ну топай же куда-нибудь. Ты чё, застрял? Чутка поворот туда, поворот сюда. Вот Альфонсер выходит, давай ёбни ему. Ой, разведчик, просто красавчик. Ну хп у него, я скажу так, неплохо, 78 лимонов, давай урончик ему впихнем. Ой, блядь, надо было скорость впихнуть, чтобы он хоть как-то двигал. Вот 10 тысяч хуярит, смотрите, вот такой его маленький. Тих, блядь, ногой. Может там еще что-то делать? CX, Ctrl, O, не знаю. Че-нибудь. Ну, красиво, красивый титанчик. Неповоротливый пиздюк, это явно. Блин, куда мне его припарковать-то сейчас? Вот так, а потом вот она его там что-то ходит мне под ногами, пиздюки какие-то. Я титан, ёптя. Так, давай тебе титан скорость ебанем. Так, о, 200. Не-не-хи. Ну слабоватый, с учетом еще, что на броне нету ни хера брони у него в седле, то его и хп не поможет. То как-то вот так. Я не знаю, куда его девать. Честно признаюсь, я не знаю. Так вот. Блин, хз. Честно делать. Пойду припаркую вот тут где-нибудь на эту площадь, попробую забраться. И тут его припаркую. Вон, могу, я знаю, вижу. Сейчас я иду. Давай переворачивайся. Тихонько. Ёб твою налево. Нахуя я это делаю? Ой, он еще и урон от падения хороший получает. Так, пол карты берем, чтобы обвернуться. И... Волшебный гонщик не входит, блять, поворот. О, я на мостике. Тихо. Блять, я его там парковать буду долго. Таким, блин, я мог же креоподом его. Ладно, и раз я ж так занялся. Тихо, блять, не сходи с обрыва. И раз уж я занялся, я его так припаркую. Так вот. Резкий поворот направо. Немножко задний возьмем. Так, вот, все, буду красоваться как-то. Выхожу с базы. Давай. Еще чуть-чуть назад, еще. Еще надо выпрямить тебя. Оп. Вот так вот. Блять, хорошо, что провоздал. Все. Все. Снимаем нахер это с него седло. Кстати, сделаем ему пассивное поведение. О, все, у нас титанчик. Вот такой вот титанчик на базе будет. Выходим и смотрим сразу на него. Наслаждаемся видом титана. Вот так, только эту херобытину надо будет все снять. Угу. Что ж, ребята, надо еще что-то притомить обязательно. Так дело не пойдет. Это короткая серия, так не пойдет. Так что пойду что-нибудь найду. Так, я, короче, тут уже плюнул. Вы как можете увидеть урончик. Я увидел моногарма. Я, правда, их видел, эти антернов моногарма. Но с ними было постоянно... Нихуя ты быстро встал, чувак. Так как он 20, то я думаю, его просто так питамим быстренько. Надеюсь. Блин, нахуй я эту сову грызу, когда мне надо моногарма там. Он должен уснуть. Да ёбаный пони, а? Давай-ка сделаем вот так вот. У меня изучено? Нет, не изучено. Блять. Ладно. Где он? Все, по нему попал. Есть, быстро бежим. Кидаем. 5 штучек ему точно хватит. Даже за много. Ах ты падла, еще и тебе это не упало. Так, я побуду. Сейчас, погодите.
Где-то есть эта штука. Вот это. Она голод, надеюсь, это. Блять, наркоты нету. А, вот так вот сделаем. Опа. Вот так. Влетим быстренько на базу. Сейчас возьмем все. И седативку, и наркоту. А нахера нам наркота, когда нам нужна только седативка. Седативочка. Ой, как все долго не прогружается. Тут где-то бывает седативка, да? Вот этого есть. Не могу скрафтить, заебись. А вот тут вот, тут же должно быть у меня седативки. Вот она. Вот оно. Вот, вот, вот. Так, летим обратно. Так. Где этот маленький? Убери отсюда эту штуку. Он, конечно, улетел. Ой. Так, падай вниз. Так, он там наверху где-то упал. Мне показалось. Нет, мне не показалось. Он в очень неудобном месте. Давай, 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 давай. Да ты сука! Я же тебя все равно усыплю, алло. Давай, блядь. Почему у тебя так? Так, где это? Так. Фу, блядь. И голод спал. Конечно, на нем. А, мы можем сразу на нем управлять. Так. Сделаем поведение пассивность. А то я видел, как он летает. И попробуем просто с ним до базы долететь. Он 20 уровень был, конечно, это же такое себе. Просто я выше особо уровней не видел. А особо искать сейчас некогда. То как-то так, а хочу на нем обязательно полетать, посмотреть, что он делает. Что тут у тебя было? Вдруг что-то стоящее? Ничего. Ну вот такой вот, красивенький. Да? Да, эконом горячим. Я забыл, как на нем летается уже. Как на нем летается? Ай, на атаке, понятно. Ну. Я вообще забыл. Ну, по 1400 кусает. Так, для 20-го это много. Довольно-то прикольно, кстати, животненько. Интересно, их можно эволюционировать, например, в ледяных или нет? Так, что у тебя со стаминкой? Со стаминкой плохие дела. Это мы уже знаем. Так, ёб твою, нихуя тебя понесло, чувак. Давай скорости добавим. Кстати, у моногарма. Чем больше скорость, тем длительнее полет. Это на заметку возьмите. Так. Давай, я уже точно забыл, как с ним летать. Вот так как-то, ну да. Давай. Там еще что-то. А, вот, наперед. Все, вспомнил. Точно вспомнил. Все, все, все. Все, у нас есть моногарми. Таким лучом. Раньше он мог держаться от этого луча. Сейчас, походу, не может он держаться. Или он на пробеле держался. Не. Тип. Он такой моногармик. Кстати, у нас даже для него есть седло. Но я хочу попробовать одну штуку, эволюционировать его. Надеть Evolution Potion. Можно ли его... Вот, мы помню, выбивали с орбитального дропа. Можно ли его эволюционировать одну из вещь? Вот, например, есть... Ой, это не то, это XP-шка. Это XP-шка, вот. Poison. Блять, не то тоже. Че, у меня нет ни одной эволюции этой парочки, да? Ладно, скрафтим. Вот, одна такая, которую я не смогу скрафтить, да? Да, потому что у меня нету. Но есть вот такая. Давай вот такую скрафтим. А тут что? Элемент Crucent Potion. Давай вот эту. Так, Crucent и Evolution Potion. Я хочу не ледяного, а именно, например, Crucent. Давайте его сюда.
Можно там что-нибудь прожмякать тебе, не? Может, седло обязательно надо надеть? Нет, все равно нет. Нет. А может, можно тебе ледяного? Я жмякаю все, не? Жалко, конечно. Ну, могли имитацию, блядь, хотя бы писать. А не просто такая хрень. Слушайте. У него уже есть имитация плевка там всякой хренью. А тут хреня точно. Сделали херню точно. Вот тут ребята у нас живет. Вот такой, видите, вот замки строит купола. Вот такой вот. Вивернушки сохраняет. Тут тоже, тут также девочка. Ой. Альфа-саркозу, девочка вот тоже живет. Построила вот такой вот заборчик. Никого не видно. Тут еще пацанчик. Хотя не знаю, пацанчик или нет, но тоже вот он. Все под куполами. Вот так он убивал там всякое. Тихо. Все ясно. О, чувачок. Мало у него. Скромненько. О, он гачу спектрально приручил. Как? Я пытался ей фундаменты пихуярить. Она не хотела что-то жрать у меня их. Надо будет поузнать, как он гачу притомил. Мне интересно, интернал гатчик что-нибудь дает другое или нет. Давай-ка еще куда-нибудь слетаем, а? Довольно-то прикольно. Моногарм, это всегда прикольно. В полете. Клево. Симпатично. И все такое. Да вот. И, блин, кого притомить? Ребят, пишите что-нибудь такого серьезного, кого притомить. Не просто там раптора, хуэптора какого-нибудь. Напишите что-нибудь мощное. Интересное. Может даже несколько. Сделаем притомление для подписчиков. Как-то так, серийку. Вот у каких животных 4-5 штук, чтобы у меня было на завтра. И вот так вот. Короче, вот тут, конечно, наш батя живет. Блять, ты чё, завис? Давай прыгай. Ой, ты ёбань, как всегда обосранец, а. Так, вот такая коробка. Ой, вот эта вот штука у него опасная, кстати. Вон, притомил гаденыш. Prime Lighting Колозавр. Я сейчас подойду и меня... Я уже забыл, как это бесило, когда он срёт. И меня должно сбросить с седла, вот. И сейчас называется хуй сядешь на животное. Вот так вот. Оп. И сядешь, и оно сразу опять скидывает. То есть берем вот такую вот эту штуку. Запихуяриваем моногарма. И сиябываемся как можно подальше отсюда. Лизай давай. Так, так, уйди отсюда. Уйди. Пожалуйста. О, все, мы ушли. Мы ушли. Так, ребята, в общем, на этом мы закончим сегодня серию. Ничего толкового так и не сделали. Притомили этого титанчика, моногармчика. А, что еще, попытались там убить эту херню. Ну, мы ее вроде как бы убили, но толком ничего не получили. И как-то так. Ну, еще вот вылупили гигу. Пойду я на ней побегаю, покачаюсь и так далее. Так что жду на следующую серию, что мне притомить или что-нибудь сделать. И как бы... Всем пока и до следующих встреч.